Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании i7 под номером 35103. Модель немецкого броневика, бронетранспортера с пехотой Ханамак. Ну, первое, что мы видим, у нас глянцевый боксарт. Далее мы открываем коробочку. Коробка из плотного картона. Пакет с пикниками, пакет с миниатюрой, декаль и две инструкции, три даже инструкции. Сейчас я вам расскажу, почему данная модель получилась, почему объединение нескольких наборов. Это немецкая пехота и Ханамак. Обзор у нас был уже на канале, вы можете его посмотреть, но сейчас мы делаем обзор более такой детальный уже на новинку, то есть пехоту. Вообще это у нас модификация А, насколько да, это у нас самые первые ханамаки, которые пошли. Были они в основном началованы, но, как я понял, встречались их модификации и где-то в 43-м году, что ли, еще встречались они. Так, давайте. О, по традиции давайте с инструкции. Что-то я к литникам кинулся. Начнем с инструкции. Скажем так, вкусненько она потом. Так. У нас декаль выполнена на бумаге, переводится, приклеивается отлично. Далее три инструкции. Давайте сначала с маленьких. Немецкая пехота и оружие, снаряжение пехоты Германии. Палитру. Вообще компания i7 порадовала тем, что выпустила такую модель, такое объединение, даже трех наборов, потому что здесь еще присутствует дополнительное вооружение. Это очень интересно, можно использовать какие-то дополнительные, скажем так, больше для любителей диорам, какое-то оружие как-то поставить, как-то будет покрасивее. Так, ну тут первый у нас литник, цвет краска, ну и варианты краски. Также литник, палитра и схема сборки окраски. Здесь у нас 21 элемент присутствует на литнике, 21 элемент вооружения. Так, теперь давайте сам обзор. Так, на данном литнике присутствует большое количество мелких деталей, все пролиты они четко и качественно. Также здесь. Далее следующий у нас литник. Так, два одинаковых. Я поэтому сделал обзор на один, потому что они абсолютно идентичны. Скажу так, уже есть большое количество собранных, готовых моделей ханамаков. И я вот сколько видел, они просто шикарны. Еще хочу сказать, что которые присутствуют на рынке также других производителей, они немного проблематичны. Там были переразмерены катки. Здесь с катками уже все четко. Вот. Поэтому компания SIM здесь постарались и сделали отличную модель. Ну и к тому же модификацию А, к
как я понял, никто вообще не выпускает, только компания SM. Мелкие детали у нас прилиты хорошо, на катках там есть болты, они прилиты четко. Вооружение прилито тоже здесь замечательно. Так, наш следующий литок. Детали корпуса. Так, тут у нас все четко. То есть мелкие детали. Рессоры. На рессорах есть такое, ну, скажем так, рифление от пластин. Оно прилито хорошо, все это видно. Так. Детали двигателя. Ну, опять же, по традиции. На данном литнике все чисто, каких-либо дефектов нет. Следующий литник. Сразу хочу обратить внимание на то, что можно сделать данную модель с открытыми капотами, что ли. И это так, здесь тоже решетка, она пролита хорошо, через нее там, ну, видно. Здесь с открытыми, если уделить внимание двигателю, то можно сделать какую-нибудь интересную диораму, которая, ну, там будет с открытым двигателем, что-то там ремонт может какой-то производить. Ну, не знаю, как это, как у вас фантазия будет. Далее здесь у нас проливка замечательная. Все рифление на полу Ханамага. Каких-либо дефектов не обнаружено. Прозрачный пластик. Ну, про пластик я всегда говорю. Мой Симон как кристалл, как слеза. Все чисто, все видно, все шикарно, все идеально. Слов просто нет, молодцы. Дальше следующее. Дальше. Вот там многие ругаются. Резина, винил. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А мне нравится. Вот, ничего не скажу. Нравится и все. Так, винил у SM, он шикарен тем, что он пролит замечательно. Я на других моделях, когда собирал, то есть при натяжке, он весь выравнивается. И при окраске, ну, скажем так, даже не видно, что это винил. Поэтому проблем он не доставляет. Особенно если вдруг вы начинающий моделист, то вам только, я думаю, лучше остановиться на виниле, на вообще на данном наборе. Далее, колеса передние, протектор прилит замечательно, так что проблем у вас с ним не будет. Дальше, так, инструкцию-то мы посмотрели, только краски. Давайте покажу вам. Это у нас детали Ханамага показываются красным, детали, которые не используются. Инструкция подробнейшая, поэтому при сборке проблем не доставит даже самому начинающему моделисту. Думаю, только вас порадует. Ну, тут видно, что каждый шаг расписан подробно, четко. И как у некоторых производителей. Сидишь, гадаешь, помнишь, что и куда идет. То есть каждый шаг показывается.
мягких катков, гусениц. Ну и сама окраска теперь у нас дана на май 40-го, май 41-го, июль 41-го, ноябрь 41-го. И теперь по фигурам. Фигуру компании 7 вообще, это отдельная тема для разговоров. То есть к ним также нареканий никогда не было. Проливка отличная. Стыка пресс-форм нету. Обмундирование прилито четко. Лица сделаны четко. То есть деление миниатюры выполняется всегда хорошее, что удобно потом. Ну, собирать саму модель. То есть какие-то фигуры там без головных уборов. Это удобно. Так, ну тут все, складки, все это видно. Тут все замечательно. Дальше. Вот у нас пулеметная лента. Ничего не скажешь. Не надо там, как некоторые заморачиваются. Ой-ой-ой, как что сделать, как сымитировать, пожалуйста. Отличная пулеметная лента, каждый патрон, все видно. Так, ну и дополнительное вооружение. Тут у нас пулеметы, винтовка и МП-40, по-моему, что ли называется. Также каски. Ну, так что все пролито хорошо. Вот и закончу данный обзор. Хотел бы вам сказать, что если вы любите бронетранспортеры, также если вы строите диорамы, то этот набор обязательно должен быть у вас, потому что здесь имеется прекрасное дополнение к Мономаку в виде миниатюры, в виде дополнительного вооружения. И при постройке диорамы это будет смотреться все замечательно. Всем спасибо, всем пока!